Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Сегодня в меню традиционное блюдо басков и кантабрийцев. Не знаю, можно так сказать, нет? Ну, короче, жители страны Басков и жители района Испании Кантабрия. Для тех, кто в школе на уроках географии не учился, а плевался жёвной бумагой, напомню, что это северные районы Испании. Блюдо это называют рыбацким. Вообще, само название «мармитака» произошло от французского «мармит», то есть горшок с крышкой. Вроде бы рыбакам разрешалось брать с собой на борт судна этот самый горшок. Ну, чушь, конечно. Ну, сами посудите. Если речь идет о том, что рыбак берет с собой в море вот этот мармит, то есть горшочек с едой, значит, это его пайка. Но насколько ему этой пайки хватит, пока она не кончится, ну, или пока не испортится в море? Ну, на день максимум. А на такое короткое время уходят в море маленькие лодки. Ну, там всей команды, там 2 человека, ну 4 максимум. Ну кто там кому что будет запрещать или разрешать? Неважно, короче. Важно следующее. Блюдо простое, нажористое и давно распространилось по всей Испании. По сути, это тушеная картошка с морепродуктами, с приятными финтифлюшками. Основа всегда одна. Картошка, лук, чеснок, помидоры, сладкий болгарский перец и рыба. Ну, а в качестве интервьюшек выступают ну, какие-нибудь дополнительные вкусняшки. Например, лук, порей, какие-нибудь дополнительные морепродукты. Ну, всякое, короче, разное. Есть, например, мармитака де бонита. Бонита – это рыба из того же семейства, что и тунец. Ну, такая небольшая, очень красивая. Есть мармитака де сальмон, то есть с сальмоном, с лососем. Короче, их много разных. Я хочу показать вам богатый вариант. Поэтому приготовил несколько маленьких кальмарчиков, несколько каракатиц и метнулся за рыбой. Вот я ее и возьму. Кроме того, мне понадобится, естественно, картошка, парей, помидоры, лук репчатый, красный перец, зеленый перец сладкий и вот такой сухой. Ну, вы наверняка пробовали суп из свежих белых грибов и из сушеных. И прекрасно представляете, насколько у сушеных более яркий, более насыщенный вкус. С перцем та же самая история. Я этот перец разрезал, удалил семена и замочил в теплой воде час назад. Ну, естественно, понадобится толстостенная кастрюля с крышкой. Поехали. Так, все надо порубить кубиком и обжарить на оливковом масле. Обжаривать надо до мягкости и периодически помешивать, чтобы ничего не подгорело. Пока займусь морепродуктами. Каракатица, чтобы стала мягкой, должна подвергаться тепловой обработке минимум 20 минут, лучше 25. А с кальмарами другая ситуация. Они либо должны обжариваться, либо вариться не больше 5 минут, либо больше получаса. Так как они у меня совсем молоденькие, я их положу в самом конце вместе с рыбой. А каракатицу нарежу сейчас. И отправлю в чугунок. Пусть уже привыкают к высокой температуре. Ну и кальмаров сразу напластую, чтобы потом время не терять. Размер кусочков на ваш вкус. Мне вот такие нравятся. А теперь подготовлю картошку. Всякий раз, когда испанцы готовят какое-нибудь народное блюдо, обязательно заостряют внимание на том, что картошку надо не резать, а отламывать кусочками. Прям какой-то фетиш у них. Да, я согласен, что при таком способе размер кусочков получается разный, края у них неровные, и поэтому крахмала гораздо больше. Таким способом нарезанная картошка в бульон отдает, соответственно, бульон становится более густой. Но вот, положа руку на сердце, вот ровно того же эффекта можно добиться, если там часть картошки нарезать мелко совсем, а часть крупно. Так, что тут с овощами? С ними все отлично, пора выкладывать картошку. Ее надо потушить в этой овощной каше под крышкой минут 10-15.
А я тем временем займусь подготовкой перцев. Они уже достаточно напитались водой, и надо аккуратно снять мясо со шкурки. Можно, конечно, забить на аккуратности блендером, превратить все в кашу, но я буду стараться. Ну и кроме перцев, надо избавить от шкурки томаты. Тут все просто. Разрезать. И натереть на терке. Прошло уже 10 минут с тех пор, как я отправил картошку на огонь. Пора добавить мякоть перца и перемешать. Можно, конечно же, и без этого приготовить бармитака, но вот реально, вот эта мякоть дает очень сильный, очень своеобразный аромат и вкус. Так что не поленитесь, насушите за лето побольше перца и пользуйтесь всю зиму. Так, картошка уже почти готова, и вот теперь можно наконец-таки добавить протертые томаты. Спешить вообще с ними, конечно, не стоило, потому что кислота моментально заставляет картошку стать стеклянной. Умайтесь ее в кислой среде варить. Но сейчас она уже почти готова, так что сейчас можно. Пора приправить сладкой паприкой. Немного, вот так достаточно. И заливаю рыбным бульоном. Там дождаться закипания и варить под крышкой до готовности картошки. Учитывая, что картошка почти готова, ждать осталось недолго. И если у вас рыбный бульон не соленый, сейчас самое время посолить. Ждем. Ну, заключительный этап. Выкладываю рыбу и кальмаров. Еще 4-5 минут, и можно садиться за стол. Пожалуй, перцы еще. Для остроты и для аппетиту. Как видите, никаких сложностей в приготовлении. Простецкое народное блюдо. Можно класть несколько видов рыбы, можно только один. Можно добавлять морепродукты, можно не добавлять. Короче, фантазируйте. Ну, а я, пожалуй, добавлю немного рубленой петрушки и сниму пробу. Обалденно насыщенный вкус, яркий. В первую очередь, кислинка томатов, потом сладость болгарского перца и, конечно, густота вот этого бульона за счет того, что картошка дала свой крахмал в этот бульон. Просто какая-то фантастика. Так, ну и теперь, наверное, кусочек рыбки. Классно. В принципе, конгрио – вкусная рыба. Да, конечно, она слишком костлява. И здесь лучше бы подошла какая-нибудь рыба без костей. Например, ну, думаю, треска была бы неплоха. Кстати, может быть, попробовать с речной рыбой. Какой-нибудь сом или даже стрелядочку, если найдете. Пусть даже садковая, не страшно. На этом позвольте закончить. Готовьте, это просто, это очень вкусно, это здорово. И напоминаю вам, что если вы захотите обзавестись вот таким классным пчаком от Саморы, то по промокоду FRESK вы получите скидку. Это приятно. Проверенная в веках форма, очень, на мой взгляд, симпатичная и удачная. И современные материалы. Это пакетный дамаск, сердцевина ВГ-10. Причем она закаляется до твердости 61 единица по Rockwool. Это очень много, вам хочу сказать. Так что такой нож точить придется крайне редко. Ладно, огромное спасибо тем, кто ставит лайки, кто ставит дизлайки, и тем, кто делает репосты в группе ВКонтакте. Это позволяет все новым и новым участникам кулинарной пропаганды поверить в свои силы и тоже вливаться в наши ряды. Спасибо за компанию. Всем пока!